Всем приветики, с вами Дейдар 2, а не один. Я рад, потому что я получил вот этот вот след для полета и вот этот чудесный дельтаплан. Что у нас сегодня в магазине предметов? В принципе, появились новые вот такие вот хорошие, классные костюмчики, которые, как вы видите, трансформируются. И вот такой вот тоже костюмчик. То есть пацанчик, девчоночка. Девчоночка, на мой взгляд, получилась поинтереснее, чем чувачок. И, как видите, они трансформируются. То есть из обычных в светящиеся. То же самое мы видим с этой Алебрихи и Деспирадо. Также у нас есть Весельчак, есть Кирка-пищалка. Есть вот такие вот штуки, и как вы понимаете, она тоже превращается. Вот, при просмотре стилей она типа либо такая, либо такая. На мой взгляд, лучше уж такая, чем другая. Этот немного дико выглядит, просто эмоция, в принципе, электрошаффл. Без костей вернули. Это, кстати, в принципе, прикольно, но мне кажется, не стоит 500 V-баксов. Мне вообще кажется, эмоции надо продавать им... Ну, за 200 V-баксов, потому что 500 и 800, это, блин, полноценные костюмы можно купить на это. Зеленый вот такой вот, собственно, медведь. Эпический. Глазастик, дельтаплан. Такой, по-моему, на халяву давали, какой-то похожий нам. То есть, подписчикам PlayStation Plus. Так что смысла от него вообще нету. И ледоруб тоже не вижу особого смысла. В принципе, у меня все более-менее тут хорошо. В шкафчике уже много персонажей, как вы видите, разных, абсолютно разных. Вообще разных. То есть... Также много, в принципе, всего. Наконец-то у меня проклятый экспресс появился. Вот на нем буду летать. След вот этот шикарный. Тоже следов на самом деле очень много разных, но я оставлю пока это. Эмоции я купил металлист, купил полив, не знаю, мне полив, вот не жалко было денег именно на полив, а вот это мне просто захотелось, и я что-то не смог удержаться и купил ее, хотя мог бы ее не покупать. Вот это, по-моему, эмоция 500 стоило бы баксов, дороговато, конечно, согласен, но мне почему-то она дико нравится, и я не пожалел, что ее купил. Вот эту я немного пожалел, что купил, но с другой стороны, она все равно прикольная, она оригинальная. Еще что-то я купил когда-то за, по-моему, 200 или 300 V-баксов. Вот это вот, но она меня просто угорает, поэтому я ее и купил. Это, по-моему, так дали на халяву, это тоже на халяву дали. И, собственно, стандартное такое все, как вы видите. Новый экран, загрузки. Ритм и флос пока ставит. Флаг у меня такой, типа, еее. И, ребята, не забывайте, вы можете поддержать меня. Для этого нужно зайти в магазин предметов, нажать квадратик, то есть поддержать автора, вписываете тут спокойненько. Дейдара 2. Нажимаете принять, и часть с ваших покупок, то есть вы будете покупать, вам будет все эти ништяки, то есть вы ничего не теряете, но за то, что вы покупаете, мне будет какой-то ништячок, там может там даже 10 V-баксов накинут, и то хорошо. И я буду рад, если вы нажмете, в принципе, в магазине предметов поддержать автора и будете поддерживать меня. А с вами был Дейдара 2, а не один, и всем пока!